Новые очки оценила в этот день не только Анастасия Фандеркина, но и остальные ученики школы, которым повезло стать их обладателями. Это хороший подарок в преддверии Международного дня слепых, отметили они. Мы участвовали в всероссийской программе, в проекте, можно сказать, «Здоровое зрение. Четкий мир на будущее». В рамках этой акции французская компания «Элисор Луис Оптика» для детей с нарушением зрения нам предоставили специальные линзы индивидуального заказа для учеников нашей школы. Новые очки – это настоящий праздник и удача как для детей-инвалидов, так и для родителей, которым не всегда удается обновить их самостоятельно. Сегодня мне очень повезло, ведь я получила новые классные очки. Это мероприятие стало хорошим началом. Руководство школы-интерната пообещало, что и дальше будет двигаться в этом направлении. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика.